Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя, мужа своего! Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения, к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний вечер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. «Не осуждай меня, Прасковья, что я к тебе такой пришел. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам». И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил: «Солдат, слуга народа!» И с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Наши ветераны, поздравляем вас с великой победой! Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили, когда в 45-м вы с кровью и потом победу добыли. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен взрослым и детям.